Можешь сделать? На телефоне я не умею. Научись. Так, начинаем? Давай. Давай. Так. Да. Вопрос номер один. На этот раз вопросы такие посложнее. Вот. Вопрос номер один. В 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязание войн. Так же, как и когда-то была наказана Спарта. Что это за наказание? Какое наказание это было? Так, так по поднятой руке. У кого есть, ну, предположение? Лейла, давай. Войну. А? Наказание за войну. Ну, наказание какое именно? Можно? Так, наказание в клетку. Так, давайте, Вика. Их расстрелили. А? Их расстрелили. Стреляли. Это слишком жестоко. Сева, Сева, давай. Сава. Сава, извините. Их, вроде как их наказали за... Их расстреляли, это, расстреляли только офицеров, которые были принуждены как бы за то, что... Интересно. Против человечества. За войну против человечества. Потому что они... Интересно. Вот мне тут в личку пишут даже. Вот можете в личку писать. Вот Настя, например, написала мне в личку. Смотрю еще, кто хочет ответить. Щемир вообще вниз головой. Да, я такой. Так, все вроде бы. Нет, сейчас. Так, буду озвучивать правильный ответ. Рабство. Вот Вилечка мне уже начинает писать. Вижу, вижу. Так. Кто будет? Не знаю. Эльбрус, почему же? Эльбрус, ты тут? Эльбрус, звук. У нас не слышу. Мишка, почему вверх головой? Да, Сима, почему я головой? Все, давай сейчас... Давайте озвучивать правильный ответ. Вместо 8. Давай правильный ответ. Давай. Ну вот, вы слишком жестоко были. Вы слишком жестоки были. Ответ. Немецким спортсменам было запрещено участвовать в Олимпийских играх. И все. Ну что они? То есть им просто запретили участвовать в Олимпийских играх и такие все отмазались. Нормальное указание. Нет, офицеров ведь тоже расстреляли там. Офицеров да, но простых, обычных людей. Простых солдатов да, простых солдатов не расстреляли. Да. Потому что был это, был, там был такой вопрос, нужно было как бы, как расстреливать людей, индивидуально или... Как бы как, какая была вина, индивидуальная или коллективная? Ну, получилось, что была вина индивидуальная. Ну, если бы они коллективную выбрали, им бы всю Германию пришлось бы расстреливать. Ну да. Так. Это что, где, когда, да? Да, это что, где, когда. Немножко другой формат. Да, немножко другой. Просто вопросы. Окей. Ну, давайте. Мексиканский курорт Акапулько всемирно известен. Своей популярностью он многим обязан местному климату. Как нельзя лучше подходящему для отдыха. Ну, это курорт такой. Догадавшись, что в переводе с языка ацтеков означало слово «капулька», название знаменитого путешественника, пробывавшего, помимо прочих
интересных мест и в городе с аналогичным названием. Каким? Еще раз. Короче, это сложный вопрос, я его пропущу. Окей? Окей. Этот прибор был изобретен в США в начале 20-х годов. Впервые он начал выпускаться фирмой, до того занимавшейся производством миксеров для коктейлей, и быстро завоевал популярность. Значительной части населения в 30-40-х годах появились модели регулярной степени нагрева и скорости. Почему в 60-е годы объем продаж этих приборов резко вырос? Это что, микроволновки были? Из-за рекламы? Смотрю. Да, реклама. Реклама помогла, да? По руке, либо мне в личку писать. Так, смотрю. Кто поднимает руку? Нас не еще раз. Короче, почему это так вырос? Почему в 60-е годы объем продаж, ну, то есть продажи были резко выросли, то есть больше стало продаж. Из-за так, рекламы. Ну, в основном, да, он все придумал говорят. Придумал хорошую рекламу. Так, может быть. Есть еще какие-нибудь предположения? Из-за слишком долгого не карантина. Это 60-е годы были. В 60-х годах еще карантина не было. Да. Давно, вообще-то, карантина не было, как один год назад. Да. Думаю, за рекламу. Мне кажется, тогда уже телевизор... Казалось, что все люди слишком бедные были. Хотите орать? Давайте по руке. Ну, давайте, да. Так, смотрю по руку. Так. Савва. Мне кажется, из-за рекламы, но потому что тогда уже развивалось телевидение и радио. Может, поэтому... Я тоже интересно. Так думаю. Так. Давайте посмотрим ответ. Это потому что... Ответ. Потому что мужчины стали носить длинные волосы. Им тоже понадобились фены. А что, они не стригли себе волосы? В 60-е годы было модно, типа, носить длинные это волосы. А, ну да, да, это... Носить это, типа, парики надевать? Нет! Прям настоящие длинные волосы. Да. Парики давно... Настоящие волосы. Да. Если были бы парики, ему зачем фены, а? Они ж дома, никто на них не смотрит. Парики — это носить, а волосы настоящие тогда уж и нет. Нет, почему носить, только говорят. Так. Да. У кого-нибудь есть какие-нибудь интересные вопросы? Кто-нибудь вдруг может... Нет, да, нет. Какой-нибудь вопрос на... Интересный. Ну, у меня есть загадка. А давай. Давайте расскажу. Один человек пришел на озеро. Он увидел там, он увидел то, что семеро уток плавают. Шестеро уток плавали по цепочке. И в одном направлении. А седьмая совсем по-другому плыла. И загадка, почему седьмая плыла совсем по-другому? Потому что это была другая утка. Нет.
У нее была сломана лапка или что-то такое? Нет. Потому что ей туда нужно было полыть. Потому что это была курица? Нет. Курица была семеро уток. О, у нас тут у кого-то боб прямо на доставке. Давайте я скажу. Давайте я скажу. Берите, пожалуйста. Ты? Ой, ой, что надо? Берите, пожалуйста. Берите. Дайте вам, да? Ладно, говорю. Потому что эта утка была недоделанной. Интересный вопрос. Так, для вас есть еще вопрос. Один вопрос. Так. Ну давай, давай загадывай. Когда началась и почему началась Вторая мировая война? Потому что сделали, потому что так захотели сделать Вторую мировую. Потому что они хотели территорию. А вот уже идет Третья мировая. Какая вторая? Третья мировая. Нету. Но теперь уже, подожди. Но теперь уже поняли, что Россию оружием не убьешь. Поэтому теперь делают химии. Пошли учиться, книги читать. Кто изобрел этот вирус? Так. Это же давайте. Мировая, везде же, во всем мире этот вирус. Это не война, давайте. Это просто это эпидемия. Не война, это просто вирус. Это эпидемия. Вот так. Да, пандемия. Так, давайте продолжим. Пандемия так, и пандемия, так. Это одно и то же. Следующий вопрос. Так, на мой вопрос, в какой единственной стране светофор, у светофора другие цвета. Можно я скажу? В Австралии! Так, Лейла, Лейла, я знаю, что ты знаешь ответ. Молчи. В Австралии! Извините, конечно, за шум, просто у нас тут... Да не, ничего, там даже не слышно практически. Ну, немножко, но это меня не будет. Так. Из Австралии? Ой. О, я уже увидел правильный ответ. Мне в личку написали правильный ответ. ЮАР. Вот был бы хакером, взломал бы все эти лички. Так, ну, все, больше нету предположений. ЮАР. Так, все, смотрим ответ. Давай. Китай. Нет. Почти. Это Япония. Почти. На японском языке, зеленый это синий, то есть у них зеленый это то же самое, синий, что синий. Поэтому они сделали светофор по-другому. Вот так. Ты собирался сказать Япония. Ну, японцев все наоборот. Мы едим нормальную еду, а они едят каких-то собак да, там. Да. Вот Настя мне написала правильный ответ. Мы не верим. Я просто была в Японии и видела синий светофор. Мы верим в магические силы, а они наоборот верят во все магические силы. Да, 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 да. Да, да. Это Египет верит во все героические силы. У нас красные, у них желтые. Да никто ни во что не верит. Зачем как бы говорить о нас, что это плохо? Я включу видео. Так, вот давайте вот интересный вопрос. Как вы думаете, вы, не знаю, слышите вы это или нет? Ну, чуть-чуть слышим, да. Окей. Сейчас заглушу немного звук. Вот так. Так, давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Сколько хромосом в генами человека? 8. Так. 8. Сколько хромосом?
52. Так, по очереди. Из-за того, что тут плачет, я не слышу вас. Лучше пишите в личку пока что. Ладно. Я не... Пишем тебе, Ибрагимчик. Так, это... Это мозгов ты говоришь? Нет, хромосом. 46. Вот. Хромосом. А сколько ног? Хромосом. 50. 46. Вот, да, написали хромосомы. А, ну, подскажешь? Кто-то тут пишет. Окей, так. Все, можете уже говорить. 20. 46. Может быть. 50. 52. 20. 20. 10. Все. 46. Что, в казино? 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 22. Давайте посмотрим на ответ. 22 умножить на 10. 23 хромосомы. Так. С генами человека совокупности наследственного материала это, ну, то есть, хромосом геном, ну, то есть, ген. ДНК, можно сказать еще. Вот. Содержится 23 пары хромосом, а то есть 46. Я сказал 46. Я сказал 46. Я сказал 52. А я 20. Сказал 52. Ну, я даже в чат написал. Я тоже сказал 46. Ну, значит, правильно. Вы правильно ответили. Правильно, все. Значит, правильно. Все, я ничего не говорю. Я просто, чтобы другим интереснее было, я не говорю сразу ответ. Я завис. Я завис из-за того, что перешел в другое приложение. Вот так. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Ну, вот это вот легкий вопрос. Сколько океанов? Сколько океанов на нашей планете? Сколько океанов на нашей планете? Четыре. Подождите. Сейчас. Атлантический. Ибрагим, Так. Я вижу, ты поправился. Что? Я вижу, ты поправился за столько дней в больнице. Наоборот. Четыре. Ну, хотя не знаю. Мне. Я отличница. Щечки. Что с тобой вообще случилось? Я ногу сломала, вот сейчас могу показать. Вау. У меня вот здесь вот перелом где-то. Я тоже была в больнице, только у меня была сломана не нога, а рука левая. Как же ты умудрился, Ибрагим? Доктора тоже не знают, как я умудрился. Это я сломал с велика упал и сломал бедровую кость, которая выдерживает несколько тонн. Да. Она много выдерживает. Ты даешь, да. Именно надо тебе во время карантина сесть на велик и погнать, да, и погнать. Я тут уже две я недели. Я тоже была в больнице, и ничего, поправилась, выздоровела. Я вот с рукой легче. С рукой ты ее повязал, и все, и ты можешь ходить. А вот если вот не ходить, это вообще, знаешь, капец. Я вот сейчас позавчера встал первый раз на костыли, у меня капец как закружилась голова, то есть у меня очень сильно закружилась голова из-за того, что я долго лежал. Просто привык, привык, что легче ходить на двух ногах. У тебя размер, скажи мне, какой размер твоего роста и твоего велика? В смысле? Это из-за того, что циркуляция... Нет, это из-за того, что я не привыкла на двух ногах. Это из-за того, что, ну, то есть,
кровь у меня теперь как бы внизу была. И из-за того, что я лежала, она вот так вот вниз осела, и я резко встал на ноги, кровь резко начала идти. Из-за этого было головокружение. Нет, я не от этого. Твой, я имею в виду твой рост и рост твоего велика, рост. А зачем? Я не знаю. Точный рост. Не знаю. Ну, маленький или большой? Ты так скажешь. Нас еще показывают. Слишком большой. Он на меня не упал. Нет, он на меня не упал. Он вообще в другую сторону упал. Можно я скажу ответ? Какой? Какой? Сколько океана? Я головой обманываю. Так, давайте посмотрим правильный ответ. Давайте. Я хочу. Ну давай, скажи, скажи. Четыре. Ага, давайте посмотрим. Так. Четыре. Океанов пять. Раньше ура, было... пять, я угадал, пять. Раньше океанов было четыре. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Но в 2000 году Международная географическая организация объединила части Атлантического, Индийского и Тихого океана в новый, Южный океан. Только некоторые его засчитывают, но я засчитываю как четыре океана. Враги. Ну, мы тоже все и то, и другое правильно. Кто сказал 4, тоже правильно. Кто сказал 5, тоже правильно. Ибрагим, сейчас моя челюсть упадет. Я столько 4 класса учил просто так, эти 4 океана. Черт возьми, еще и южный прибавился, а? Учил окружающий мир, учил, пятерки получал, а мне фиг что рассказывать. Я тоже учила 4 океана, в итоге оказалось, что их 5. Я тоже учил 4, но написал 5. Я тоже учил 4, но написал 5. Я учила 4. Я 2000 года, 21 век, шо? Нельзя было уже понять и написать в книжках, что есть пятый океан. А, они такие, пофиг. Все равно, когда-нибудь они узнают об этом. Да. Оставайтесь идиотами. Целый час буду ржать, сейчас. Он рядом с экватором. Нет, почему же? Это просто новый факт. Так. Тебя и зовут Эльбрус. Как Горо. Ну да. Так. Давайте. Меня зовут Эльбрус. Следующий вопрос. Я знаю. Высокая гора в России, если что. Вулканического происхождения. Так, давайте. Следующий вопрос. Давайте. Единица измерения силы, точка. Это варианты ответа. Ампер, вольт или ватт? Ватт. Можете, пожалуйста, заново сказать? Так. Единица измерения силы. Это варианты ответа ампер, вольт или ватт. Но это сложный вопрос, но я его сразу решу методом исключения. Так, Лейла. Вольт. Ага, так, смотрю. Ватт! Вольт — это энергия. Это электричество. Зато я знаю, что такое H2O. Ой, H2O это вода. Да, это вода. Это вода. Так. Я знаю эти формулы. Кислород и водород. Давайте узнаем ответ. C2O. Давайте узнаем ответ. Да. Давайте. Да. Единица измерения силы электрического тока. Ампер. Она названа так в честь французского физика
Андре Ампра. Да, угадал. Чисто угадал. Вот теперь будете знать. Да. А может, забудем? Ну, может, забудете. Кстати, ампер влияет на сколько сильный ток. Если, например, даже ваты будут очень сильными, а ампер будет слабым, тогда человека не так сильно шибанет током, если будет меньше. Давайте вот такой вопрос. Я его сам придумаю. Так, как появляется черная дыра? А, я знаю, можно мне пожалуйста? Можно мне? Ты сказал. А потом я все объясню. Звездой. Я не помню. Можно? Алексей, ты хочешь? Да, я хочу. Я все знаю про звезды. Можно мне, пожалуйста? Так, Алексей, давай, ну ладно. Давайте я вам вопрос загадаю. Лейла, подожди. Я уже загадала вопрос. Подожди. Можно мне? Давай, Сава, давай, окей. Можно я? Так, давай сначала Сава, а потом Алексей, давай. Потом Лейла. Да, давайте по очереди всех спрошу. Давай, Сава, отвечай. Когда две галактики сталкиваются, вроде как, одна другую поглощает, и у них в середине галактики есть черная дыра. Так, Алексей. Значит, наше Солнце — это вообще очень маленькая звезда. Это вообще маленькая. Это, значит, кстати, да. Это, она не это превратится правда в черную дыру, потому что она очень маленькая. Значит, её чтобы черная дыра получилась, надо две супермассивные звезды. Или одну. Значит, это вот тебе пример. Элементы, звезда, это Солнце. Она делает более тяжелые, да, железо. И потом, когда уже железо делается в середине, железо не может дальше в следующие элементы делаться. И значит, если она не слишком большая, просто гравитация не делается больше, она просто больше становится, но гравитация остается. И просто слои, которые вокруг, просто вылетают, и получается красивый туман. А если побольше звезда, она, значит, там в середине железная, она до железа делается, а те нет. Значит, когда получается железо, все остальные — это гравитация и pressure, я не знаю, как по-русски, давление. Значит, они бороются друг с другом, можно так сказать. Значит, когда давление выиграло, и атомы все не столкнулись, и каша не получилась, тогда будет нейтронная звезда. Значит, нейтронная звезда — это очень тяжелая звезда, пульсирующая обычно. Она пульсирует, и небула тоже остается. Туманность. Я знаю. Вот. И получается нейтронная звезда. Так, и если очень массивная звезда, полузащищенная дыра, если гравитация проиграла и все сжимается, это железное превращается в черную дыру. Никто не знает как. Галактика, как попало, и выходит из строя, и черная дыра. Вот, и еще есть нейтронная звезда, называется Краб Небюла. Так, это все, спасибо. Подожди. Еще есть нейтронная звезда, Краб Пульсар. Она пульсирует. Алексей, спасибо. У нас тут просто это. Ну, молодец, ты много знаешь об этом. Но так. Это не все. Ну, я понял. Что? А ты уже можешь сгинать свою ногу? Я ее даже поднять не могу. Больную. А-а-а. Ладно, поскорее выздоравливай. Спасибо. Да.
где да, на занятии нет. еще был. Меня вот так. Ну, можно сказать, это легче. Это взрыв сверхновый. Все. Таким да, хочет мы... стать. А можно я теперь вопрос? Ну, давай. Окей. Так. Ибрагим, я сейчас тебе кое-что напишу. Что горячее солнце? Конечно. У солнца вообще-то разная температура. Например, в ледяне 15 миллионов градусов, а снаружи 6 тысяч. Так что... Нет. Про что вы имеете в виду? Про какое солнце? Про ядро солнца или про поверхность солнца? Про самого солнца. Ну, про ядро. Ну, за ядро. У солнца есть ядро, есть поверхность. Вот именно. Все солнце. Потому что в ядре 15 миллионов градусов по солнцу. Я знаю. Витаргейзер. Я знаю, я тебя там написал. Окей. Горячее солнце. Ибрагим. Да. А вообще-то еще даже существование черных дыр не доказано. Ну, вообще-то уже доказано. Нет. С помощью спутника там, короче, это... Ну, с помощью других звезд и других объектов можно обнаружить черную дыру. Ну, она все равно не доказана, как бы. Уравнений ведь еще нету, так сказать. Ну, то есть она теоретически есть. Теоретически. Фактически. А по формуле ее нет. Фактически ее нет. Ну, то есть наоборот, ее теоретически нету, а практически она есть. Ну да, да. Так вот. Так, я сейчас не могу, я сейчас я держу аппарат, так сказать. Вот, не знаю, видно или нет. Вот, держу аппарат. Одной рукой неудобно. Это физиотерапия. Который час? Ладно, потом напишешь, если сможешь. Так, давайте к следующему вопросу перейдем. Так, как-нибудь давай. Его зачитаю. Так, Сатурн. Какая это планета по счету от Солнца? Сейчас. Так, давайте. Смотрю по рукам. Шестая планета. Руки. Вот Сава. Шестая планета. Так, Вика. Так. Вика, микрофон. Шестая. Я Ибрагим написал. Читалку знаю про планеты. Шестая. Не буду зачем. Сава, давай. Сава. Шестая, я сказал. Ага, да, все. Так, ну все, все ответили, да? Я вот в личке тоже вижу. Нет. Так, кто не ответил? Я. Лейла Багир. Я написал в чате. Лейла, ты отвечала уже. Ты говорил уже. Нет. Ну ладно, говори. Шестая. Так. Ой. Все, давайте смотреть правильный ответ. Восьмая. Сатурн — это шестая планета от Солнца. Так же, как... Сговорила. Так же, как Юпитер, Уран и Нептун. Она выходит в число газовых гигантов и не имеет твердой поверхности. То есть вы не сможете сесть на эту планету. Она жидкая или газовая? Да, она газовая. Это газовый гигант. Считалку про планеты. Что? Вы знаете считалку про планеты? Ну, давай. За малиной Юра смог удрать низиной. Прикольно. Так. Так. Можно вопрос? Давай.
Какой вопрос? Ну, нет, так. А, следующий вопрос, окей. Давайте. Самая длинная река в мире — это? Нил. А, да, Нил. Так, смотрим. Нил. Лейла Багирова. Нил или Миссисипи? Я не знаю вас. Москва река, тоже. Нил или Миссисипи? Миссисипи. Так, окей. Я поднял руку. Машина. Ребят, я вас прерву. А у кого ребенок плачет? Скажите, пожалуйста, из вас. А, это у меня. А, у тебя в больнице, да, просто кто-то да. Соседи? Да. Ой, сочувствую тебе очень сильно. Я уже говорила об этом, что это. Извините, а я просто не услышала. Прости, пожалуйста, все, не мешает. Ага. Так. Да. Давай. Да. Или кто-то еще хочет? У меня нет вопросов, которые бы я могла задать. Сама, давай. А можно я? Давай. Слышал. Можно? Давай. Сама, я же сказала отвечать. Как назывался план для разгромления Советского Союза? Подождите, а мы же не ответили, ну, мы же не ответили еще на вопрос. Какая самая длинная река? Нил. Так, ну окей, давайте посмотрим ответ. План Багратиона. Нет. Самая длинная в мире река — это Амазонка. Ура! Она составляет 6992 километра. На втором месте Нил. У него 6852 километра. Третье место. Миссисипи. 6275 километров. По другим данным, 6420 километров. Но там либо то, либо то. И Янцзы на четвертом месте 5800 километров. Только на каком? План Барбаросса. Да, правильно. Барбаросса. План папиросы. План папиросы. План Барбаросса. Давайте Сава хотел задать вопрос. Сава, давай. Так уже ответили на него. А, извини. Ну так, вот, давайте, план Барбаросса, да. Давайте следующий вопрос перейдем. А как назывался вопрос? Да. Так, ну я же его еще не прочитал. Угу. Так. Готовы? Да. Да. Так, как называется зеленый пигмент, окрашивающий листья растений? Хлорофилл. Смотрю. Так. Дайло Вагирова. Хлорофилл. Сейчас, нет. Хлорофилл. Можно мне? Повтори еще раз вопрос, пожалуйста. Как называется пигмент, который окрашивает растения в зеленый? Не трогай. Хлорофилл. Ну, это был легкий вопрос. Это, да, называется хлорофилл и содержит как раз хлорофилл. А у человека меланин. Угу. Так. Человек не включили видео. Так. Включите видео. Так. Вот такой вот, ну, интересный, такой легкий вопрос задам вам. Почему времена года сменяют друг друга? Почему? Из-за чего? Потому что Земля крутится.
Не поедем. Лев. Потому что Земля крутится вокруг Солнца. Ага, дальше. Можно мне? Давай. Земля крутится вокруг Солнца по особой траектории, в которой иногда она приближается к Солнцу, то есть, например, грубо говоря, лето это будет, а когда удаляется от Солнца, тогда будет зима. И еще, почему в разных местах разные времена года, так. Это изменённости Земли. Да. Она наклонена немножко, эта ось. Так, Лейла Багирова. Анисия, ты сейчас в Таиланде, что ли? Я же написала, я в Москве. Лейла, у тебя микрофон выключен. А я в Турции. Потому что Земля крутится валом. Это, вокруг Солнца. И... когда она дальше, ну, в конце овала этого, да. Тогда холодно, зима. А в Австралии в это время лето. И так далее. Да. Я могу так, ответить. Ну, это правильный ответ, да. Вот. Земля и лето сменяют друг друга из-за наклонения земной оси. Поэтому в разное время года солнечные лучи попадают на Землю под разным углом. Прямые лучи жарче, а те, что под углом, греют земную поверхность слабее. Поэтому на экваторе всегда тепло. Потому что там... Так, давай. Такой детективный, можно сказать. Можно мне вопрос? Так, подожди, по очереди, кто хотел? Так. Я хотел. Ну, Сава, давай. Вопрос такой. Столица Турции. Кстати, я сейчас... Стамбул! Нет. Не Стамбул, не я Стамбул. Я тоже знаю, я там жил. Этот. Я живу. А? Трабзон! Не Трабзон, а как его там? Ну, короче. Можно мне сказать? Ну, говори. Анкара. Да, Анкара, вот. Так. Вот, Анкара. Домой тебя когда отдаю? Когда я встану на костоле. Моя мама взяла в англичане просто. Да, Анкара — это столица. А знаете почему? В Анталии. Из-за того, знаете, из-за чего не Стамбул? Да. Потому что он на границе. Не, из-за того, что это, типа, ну, из-за того, что там и так много туристов, а если, ну, все же хотят увидеть столицу, чтобы там хоть меньше было. Mm-hmm. То есть, типа, но это не главное. Но в Стамбуле все равно толпа! Да, какая. Там были... Эльбрус! Мой брат! Да. Эльбрус! Да! Мой папа турок, моя мама русская. У меня оба родителя, мама татарка, папа русский, но хотя я живу в Турции. Понятно. А мои мама и папа живут в Азербайджане вместе. Не живут. Ну, разделись. Это. Но папа в Баку. В Азербайджане? Мама. Ох, Ибрагим, это ты мне написал? Да. Это ответ точно? Москвы. Да. Это... Так. А ты сейчас в каком городе, Ибрагим? Я, в Москве. Больница в Москве находится. Понятно.
вообще. Эльбрус. А. Тюрчин. Чего? Тюрчин Лермусон. Ян Эдерсон. Белирум, да, Белирум. Ну, там, кажется, тоже, да. И, кстати, из-за карантина не впускают смотреть больницу. Но только мы... только присылать можно. Но мы... Ну, да. Посещать, ну, давать то, что хочешь дать доктору. И доктор везет. Эльбрус, хочешь секрет? Я вас понимаю. Надо чуть-чуть. Что я сказал? Так, я не услышал. Можешь еще раз сказать? Тюрчин Лермусон, Ибрахим. Так, что? Тюрчин Лермусон, Ибрахим. Не услышал. Тюрчин Лермусон, Ибрахим, Влад. Это по-турецки. Нерде. А? Нерде? Нерде. Нерде, Белисон. Азербайджанский язык очень похож на турецкий. Так что вот. Я знаю, у них знаешь, какая пословица есть? Какая? Чок девлет бир миллет. То есть много стран, один народ. Так. Вот поэтому ну вот, наше занятие подходит к концу. Одинаковые. Тут... Так, вам понравилось на этот раз? Очень. Мне тоже когда самый лучший. Мне понравилось. Спасибо. Да. Мне понравилось больше всех. Мне еще больше всех. А мне хочешь такая? Мне еще больше. А мне совсем, потому что Ибрагим мой брат. Всем. Ну хай, всем завершаем. Пока. И кочу! Всем удачи! Всем и кочу! Да! Кстати! Делай как 24! Вот так!